После отречения Николая II от престола английское правительство согласилось принять монарха со всей семьей и обеспечить им достойное будущее. Но в скором времени предложение было аннулировано. В ночь на 17 июля в Екатеринбурге в доме Ипатьева незложного императора, его жену, пятерых детей разбудили среди ночи, отвели в подвал и после зачтения краткого приговора расстреляли. Эта ночь ознаменовала смерть российской монархии. Со времени своего отречения, 15 месяцев до страшного расстрела, семья Николая ждала, что кто-нибудь из европейских монархов протянет им руку помощи. Как утверждают историки, императора можно было спасти. Почему же его кузен Георг V, который был похож с Николаем как две капли воды и в письмах ласково называл его «старина Ники», вдруг передумал принимать опального императора и дал рекомендации министру иностранных дел отозвать приглашение семьи Романовых? Возможно, что над европейскими монархами стояла более сильная власть, желающая гибели Российской империи. Эта страница истории так и останется неразгаданной.